В парке искусств Музеон проходит зимний фестиваль «Снег и лед» в Москве. Музеон исторически – это пространство, которое является музеем скульптур под открытым небом. И дело в том, что здесь уже 30 лет хранится коллекция скульптур. Сегодня она насчитывает 540 скульптур. Конечно, они не изо льда, они самые что ни на есть настоящие, но просто данное событие для Музеона очень, как мне кажется, по атмосфере подходит. По всей территории парка расположены ледяные и снежные скульптуры, посвященные достоянию России. Например, вдоль центральной аллеи можно заметить сюжеты из жизни великих людей. Александра Невского, Петра I, Михаила Кутузова, Александра Пушкина, Михаила Ломоносова, Льва Толстого, Петра Чайковского и Юрия Гагарина. Главным объектом фестиваля является Замок чудес с 5 разноуровневыми ледяными горками для детей и взрослых. Также на площадке свободного творчества проходят бесплатные мастер-классы. С помощью специального инвентаря и ледяных блоков посетители создают собственные формы и сюжеты изо льда. Фестиваль продлится до 28 января. Вход свободный, ежедневно с 11 утра до 9 вечера.